Буду с вами здороваться также, смайлом. Привет! Здравствуйте, братва. Здравствуйте. Как вас много, уже 250 человек. Привет, привет. Привет. Друзья, честно скажу, очень хочу провести с вами нормальный прямой эфир, нормально пообщаться, ответить на все ваши вопросы и выделить на это минимум час, либо полтора, потому что вы все пишете в директ, а в директе я особо не отвечаю. Ну вот, и хотелось бы с вами, не знаю, набить какую-то стрелу. Англия, привет, моя любимая страна. Очень хочу побывать в Англии. Я там не был, но это моя любимая страна. Обожаю Англию. Обожаю все, что связано с Англией. Нормально, брат, здоровье, нормально, как у тебя. А не отвечаю, я уже не раз объяснял, ребят, почему я не отвечаю, потому что если отвечу, то есть диалог у меня перемещается в мои основные диалоги, и люди иногда ворчат, очень много пишут, приходят уведомления, они меня отвлекают, надоедают, а люди как бы некоторые не понимают то, что не нужно написывать, и мне приходится, к сожалению, людей блокировать. Это больше связано с каким-то моим комфортом и с терпением. От севера, от севера тоже большой привет. Братан, мне какой смысл брать английскую сим-карту, если я с Англией редко контактирую, у меня там пару ребят в Англии только. В Лондоне и город есть Оксфорд, в Оксфорде. А ты красивый сейчас. Неоднократно повторюсь, что слово, точнее, прилагательное «красивое», оно, мне кажется, не относится к мужчине. Но только мне интересно, почему вы считаете, что сейчас? Всегда что? Некрасивый? Харьков передает привет. Харькову большой привет. Привет, привет, привет. Привет из Африки, Танзания. Элли, привет. Привет, дорогая, как у тебя дела? Привет из Бурятии. Бурятии, огромный привет. Неподалеку жила раньше от Бурятии. Данчик может прийти к тебе на проект или... Да, не любишь до сих пор. Неясно. Друзья, отвечу сразу же всем одновременно. Я не знаю, почему во всех моих постах, во всем вы ищете какой-то скрытый смысл, подтекст, какое-то отношение к Тане. Нет, пожалуйста, перестаньте уже задавать эти вопросы. Нет никакой любви к Тане. Лев, еще Лев, да. Таню не люблю. Привет из Эстонии. Эстонии, большой привет. Привет из Ставрополя. Ставрополю большой привет. Я знаю, что мы были хорошей парой, но мы разные люди. Мне нужна другая девушка и нужен другой мужчина. Все очень просто. Не могу ничего плохого о ней сказать. Просто нам нужны разные люди абсолютно. Хабаре, большой привет. Саратову, огромный привет. Есть у нас здесь один представитель Саратова, все его прекрасно знаете. Илья Владимирович Ебаров. Кто сегодня покинул проект, Андрей или Игорь? Все узнаете в ночном эфире. Включайте в 23.00 лобное место и смотрите его. Есть ли девушка, которая мне нравится? Да, есть девушка, которая мне симпатична. Ну, интерес у меня есть к определенной девушке. Определенный интерес к определенной девушке. Привет из Новосибирска. Новосибирска, огромный привет. Сколько тебе лет, Даня? Мне 25, будет скоро 26. Ты хороший, спасибо. Я тебя обожаю. И я тебя обожаю тоже. Я приду. Приходи. Ассаламу алейкум с Грозного и Грозному. Ассаламу алейкум. Краснодару большой привет. Я уже посмотрел на Рутуб. Какая ты молодец. Смотрите также на Рутуб. Я не знал, что кто-то... Ну, я... Оказывается, многие люди смотрят также на Рутуб. А когда у меня день рождения? День рождения у меня 7 августа. Я Лев, кто-то правильно написал. И Чертанова тоже салют, браза. Чертанова, я с вами. Залетел бы я сейчас к вам на квадрат в Чертаново, попили бы пиво, посидели бы, кайфанули бы, пообщались. Ну, братские, я думаю, скоро
закончится вся эта шляпа с карантином, и я обязательно к вам приеду и кайфанем, посидим, пообщаемся. Не как в прошлый раз, хоть подольше посидим. Что поговорить-то много о чем нам есть. Донецкий привет тебе в эфир. И Донецку огромный привет. Саратову большущий привет. Олеся нравится? Нет, а с чего вообще взяли, что Олеся мне может нравиться? Олеся как бы хорошая, симпатичная девушка, но не рассматривал ее никогда. И не рассматриваю. И не буду рассматривать. Привет из Тамбова. Тамбову большой привет. Какой тип девушки тебе подходит? Скажу сразу же, мой типаж. Кореглазая. Брюнетка с красивой улыбкой. Максим и Алена вместе. Привет из Магнитогорска. Магнитке тоже большой привет. Где в Новосибирске жил? В Новосибирске я жил в центре, на Красном проспекте, недалеко от Ройл Парка. Твой любимый парфюм? Много, много. Сейчас у меня Монталь и... Арманикот. Арманикот и Монталь. Монталь. Блять, не помню название его. Но Монталь крутой, конечно. Вам массажисты нужны? Смотря из какой области. Если заклинило шею, там защемило нерв, иногда пригождается. А если вы про массажисты вот этого, как к нам частенько приходят, нет, такие не нужны. Сохрани обязательно эфир. Это тогда тебе Таня Строкова тебе подходит. Ты ее описал? Нет, друзья, описал я немного другой типаж. А Таня Строкова брюнетка с голубыми глазами. Даже брюнетка ее назвать, не знаю, шатенка, наверное. Это я про внешность говорю. Привет из Казани. И Алине тоже. Да, не ты очень круто, оставайся с собой. Спасибо. Главная миссия в жизни – улучшать себя, но не терять свои человеческие качества. Так много вас кидает мне заявки в прямой эфир. К сожалению, не могу этого сделать. Не могу принять, друзья. Ирен По, привет. Тебе нравится в теле? Послушайте эту прекрасную песню. Что, кто там сидит? Вы видите, кто там сидит? Кто там сидит? Угадайте. Кто это? Оренбургу большой привет. Даня, ты хотела рассказать про конфликт с Татьяной? О, было такое желание, потому что вопросов много было, но не вижу смысла обсуждать вообще это. Был да был конфликт этот. Почему Селена конфликтует? По сути, она все правильно делает, просто иногда слишком сильно голос повышает, но главное, что осознает это. Слушайте, отвечу на вопрос по поводу Селены. Ее нет. Скажу, а то сейчас начнет подбежит и будет орать. Смотрите, она все правильно делает, я не спорю. Алма, тебе тоже привет. Дело, которым она занимается, оно действительно необходимо проекту, но она прикрывается просто этой темой и иногда борщит. То есть она ломает нам именно и съемочный процесс, и очень много косяков, то есть ее слишком много, очень много. То есть она вечно лезет в кадр. Пытается как-то съерчить, проявиться. Хорошая девчонка она на самом деле, но есть у нее косяки там. Если бы она не оскорбляла там меня никак, то я бы сама собой с ней никаким образом бы не конфликтовал. Но тут, так как были оскорбления, были и конфликты. Тебе Олеся С подойдет, вы будете самой красивой парой. Круто. Дань, приглашаю тебя в Таджикистан. Что мне делать-то в Таджикистане там? Как тебе Павел? Павел отличный парень. Хорошо общаемся. Армс Сиванян. Привет большой Армении. Спасибо, дорогие, что поддерживаете меня.
Марина красивее, чем Строкова. А я никогда не занимался сравнением своих бывших, кто там кого красивее, кто где в чем лучше. Все девчонки были достойны, все были хорошие. Но просто наши пути, к сожалению, разошлись. У Макса и у Алены все отлично. А ты игнорщик, смотря в чем я игнорирую. О, Ксюха шиповал. Привитос. Привет. Привет. О, фан-группа моя. Улыбнулся для вас, друзья. Привет с Казахстана, Казахстану большой привет. Будь счастлив, Данил, спасибо. И вам, Анастасия Волконская, того же желаю. Ты где сейчас? Я сейчас в гримерке в студии напротив Бузовой. Сейчас начнется у нас съемка, сейчас будет мотор. Привет, Дань, привет. Передай Максу привет, Алена, не пара ему. Обязательно. Кому писать насчет работы? Не знаю. В Анапу с удовольствием бы приехал сейчас. Привет из Киева. Киеву тоже большой привет. Кто твой лучший друг? Если вы задаете вопрос на проекте или вообще? Ну, один из самых моих близких друзей — это Захар, вы его знаете. Привет, Чечне. Чечне большой привет. Кто-то пытается, походу, мой инст взломать, мне приходит сообщение Фейсбука. Привет с Новороссийска и Новороссийску привет. Привет из Тюмени, Тюмени большой привет. Будь счастлив и любим. И Сереге привет, бригадир. Серега, бригадир, братан, большой тебе привет. Да вообще, все такие приветливые, там, Чечня, Дагестан, Лондон. Всем привет. А Федя? Федя там, Федя тоже. Блин, не игнори Стамбул. Стамбул тоже не игнори, друзья. Стамбул, салам алейкум. Кто пришел? Приветики. Анитка. А, ребят, спасите меня, пожалуйста. Я очень хочу спать. Может быть, вы меня хоть каким-то образом сможете отвлечь, развлечь, обрадовать и не дадите мне уснуть, потому что мне надо взбодриться и сейчас выходить в студию. Ты где так загорел? Я по жизни такой загорелый. Томочка, родная моя, привет. Так. Без меня. Да. Привет из Днепра. Днепру огромнейший привет. Я тоже спать хочу. Но, по всей видимости, спать не хочет нас. Если бы это было бы обоюдное желание, то уже все бы спали. Из Екатеринбурга, Екатеринбургу огромнейший привет. Люблю Екат. Нравится город Ростов. Никогда не был в Ростове, разве что проездом. Серж, братский, все супер, ты там как? Скучаем по тебе, тебя не хватает. Когда ты уже вернешься? Когда мы уже с тобой поедем что-нибудь отмечать, скажи мне. Настроение прыгнуть в твой майбах и укатить в клубешник. Даня, привет, я приду к тебе. Приходите. Приходите в мой дом. Мои двери открыты. Буду песни вам петь и вином угощать. Лена еще с Максом. Отпишусь за то, что не отвечаешь в прямом. Задавай вопрос, отвечу тебе, Миланкин. Привет с Алтайского края и Алтайскому краю огромнейший привет. Приезжай в Сочи. В Сочи приеду. Когда-нибудь, как кончится карантин. Я сына в честь тебя назвала. О, мне это льстит. Сын будет хорошим человеком. Привет вам и вашему сыну. И здоровья крепкого. Да. Девушка по характеру. Все получилось, Герди? О, от Душинский трип. Сколько там? 6. О, бомба. Брат. И что, сколько, скажешь мне, сколько я должен, я тебя на Альпы переведу сейчас? Да. Сейчас я... У меня есть, по-моему, твой номер. Сейчас, погоди. Погоди. Так я просто... Сейчас. И мы возвращаемся, друзья, продолжение моего великолепного, интересного, нескучного прямого эфира продолжается.
Так, погодите, у меня все валится с рук. Ждите, сейчас вернусь. Все вы задаете вопрос по поводу моего кумира. Мой кумир Николай Должанский. Хочу быть похожим на него. Да, ты тоже хочешь танцевать на полу? Я тоже хочу танцевать. Танцы, танцы. Не пью. Бля, кто сейчас не курит, ребят? Да, реально, кто сейчас не курит, учитывая то, когда ты находишься на проекте, очень часто нервничаешь. Пошел жрать втихаря. Нет, не жру втихаря. Жру всегда в открытый, чтобы все видели, что я жру. Правильно же? Правильно. Шайманова. Даня, привет. Всего самого хорошего тебе. Не болей и будь всегда таким милым. Спасибо большое за комплимент. Спасибо за пожелание. Не хочу болеть. И вам желаю тоже всего самого наилучшего. Диана Видян, Данил, говорю, приезжай на 20-летие мое, отметим на морях. Ну, коль зовете, так, конечно, приеду. Чем ты занимаешься вне проекта? К сожалению, сейчас всю мою жизнь занимает проект. Я стал проектным до мозга костей. Вы слышали об этом неоднократно из уст одного человека. Говорят, что она не может врать, значит, она говорит правду. Хорошо там Селену, ведь как стая собак бодячих смотреть. Я, кстати, с вами согласен. Выглядит это не очень хорошо. Передай привет Иринке Гордеевой. Так, готовься. Иринка Гордеева, огромнейший тебе привет. Приветик, приветик. Какой у тебя рост? У меня 187 сантиметров. То есть не такой уж я и пиздюк. Хочу к тебе на дом 2. Хотеть не вредно. Вредно не хотеть. Какие планы на будущее? Просто, друзья. Планы, блин, даже как сказать, масштабные. Опишем их так. Красивые. Привет из Барнаула. 22-й. И вам привет. Данечка. Привет из Дзержинска. Про что сегодня будет шоу? Сегодня будет шоу... да, еще и силач. Сегодня будет шоу ССО. Спаси свою любовь. Шоу посвящено им. Присоедини Милену. С радостью присоединил бы Милену, но пока не могу этого сделать. Как-нибудь обязательно сделаем с Миленой прямой эфир и ответим вам на все ваши вопросы. Кто стал сзади? Да и зачем ты меня показываешь? Зачем? Я типа анонимный. Ты типа аноним? Да. Короче, этот мальчишка хотел быть анонимным. Красавчик, хорошо держишься. Спасибо. Привет из Батуми. Батуми, большой привет. Гамарджоба. Уже Армения подключается разобраться за Харишом, друзья. За Харишом все у нас ровно. Я думаю, мы вдвоем разберемся в наших претензиях друг к другу и взаимоотношениях. Марго, привет с Дом 2. Привет, Дом 2. Привет, Красноярск. Привет, Красноярску. На Дом 2. Даня, мы всей семьей за тебя. Ты молодец. Спасибо большое, мне очень приятно. Привет с Павловской. Павловской тоже привет. Так, 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 так. Топ-5 друзей на проекте. Ты у меня всех давно был. Ого. Любите вы покопаться в нижнем белье? Скажу так, давно. Давно был. Чувствую себя уже монахом. Стараюсь вести себя достойно. Привет из Украины, привет Украине. Привет из Казани и Казани. Большой привет. Казахстана. Большой привет. Пупок зеленый. Я слышал где-то эту фразу, она очень смешная. Можно даже не обижаться на такие слова. Брат, блин, конечно, давно не виделись. Я бы с удовольствием бы приехал к тебе на выходные, но ты знаешь, что никого даже ко мне не подпустят, не то что меня не выпустят. Привет из Крыма. Крыму большой привет. Очень много, я смотрю, людей у меня сейчас с Украины, все передают привет с Украины. Жалко, что не выгнали. Блин, забыл, как его зовут, с кем-то ругался.
Наверное, про Захариша говорите. Красавчик, красавчик. Южная Бутова, привет. Южная Бутова. Недалеко вы от меня ушли, на самом деле. Привет, Южная Бутова. Альвина Баласиева. Альвина Баласиева, привет тебе. Как много приветов. Привет из Молдавии, отовсюду. Да. Как Настина нога? О, хороший вопрос. Самому интересно. Понятия не имею. Настю не видел уже лет 100. Да, несправедливый. Не могу не согласиться, потому что справедливость — мое второе имя. Дань, ты лучший парень. Вы льстите мне. Столько вот там отстало, тебя понятия не имею. Но не приходит, по крайней мере. Донецку большой привет. И Симферополь большой привет. Не, если только чуть позже. Сейчас я, он в прямом эфире. Привет из Астрахани. Прочитал из Австралии. Астрахань. Я с вами, родные. Чего, у тебя много людей? Не, 517 человек. А, 500 людей — это много, да? Всем здорово. Вы с Мариной были бы красивой парой. С кем, с тобой? С Мариной. Но не получилось. Не получилось, ничего страшного. Все, у каждого все впереди. Аня, как там дела у Валеры, Сани? Все супер. Сделай прямой эфир с Миленой. Сделаю, но не сейчас. Марина классная. Возможно. Смоленск, привет. Ростову, привет. Так, друзья, давайте какие-нибудь вопросы интересные. Я уже засыпать начинаю, честно скажу. Вы слышите, как я монотонно говорю? А что мной любоваться? Как будто что-то такое сверхъестественное. Латвия, привет. Саранск, привет. Сейчас как слышно? Нормально слышно? Что у тебя с губами? Слушайте, губы сохнут. Очень сохнут. Я в гриме просто, короче. И, может быть, от этого я хрен знает. Звук есть? Что со звуком? Слышно меня? Раз, два, три. Раз, два, три. Не слышно? Сейчас херня. Так, слышно? Сейчас слышно? Слышно? Ответьте на вопрос. Слышно, не слышно? Звук появился. Зашибись. Ты не проверял здоровье? Нет. Меня никуда не отпускают. Я даже в тачке максимум могу посидеть. Не могу даже до магазина и аптеки доехать. Не выпускают. Все решаю дистанционно, как Алена и Макс. Нормально. Нормально, Алена и Макс. Теперь слышно, славненько, что слышно, славно. Раз уж такая тема вышла, да? Передай, пожалуйста, привет Свете Киселёвой. Ну, готовься. Свет Киселёва, большой тебе привет. Нет, блин. Ирку Пингвинову поздравь. От Иринки Гордеевой из Табынска. Конечно, Ир Гордеева. Обязательно поздравлю. Это, наверное, первое, что я сделаю. Напишу Пингвинову и скажу привет тебе от Ирки Гордеевой из Тамбова. Табынска. Делали тебе... Вопрос хороший. Как думаете, делал мне кто-нибудь минет когда-нибудь или нет? Вот сами ответьте на него. Даня курит. Святик, братик, родной, привет. Даня, не жалей денег на салон красоты и сделай озоном. Обязательно. Даня, можно вопрос? Конечно. А ты вот такой позик как считаешь? Что самое красивое мужчина на проекте «Комфа»? А я считаю, что Коля Должанский. Коля Должанский, да? Да. Не увеличит, почему-то так хотелось его увеличить, и он даже не... Блин, Даня, ты такой красавчик. Чего врёшь? Да, смотри. Да. Красивый, да?
Ай, обманываешь, Юрика. Это наверняка такой чмошник, да, получился? Да? Сейчас будет моментик такой. Я говорю. Дань, можно вопрос? А ты вот такой позик, как считаешь, кто самый красивый мужчина на этом проекте Дом 2? Блин, вот след. Отметь меня на обоих, я себе репостну. Правда? Отметь меня на обеих прям, что я серию постну. Прикольно. Мы потеряли Даню. Даня смотрел, что за сторис получился. Там Юлька меня засняла. Сейчас я его репостну, видите, поражете. Ой, приезжай в Иркутск ко мне в гости. Самый яркий участник. Мне кажется, я самый тухлый и тусклый участник. Колян, тут вопросы все задают. Почему ты не выходишь в прямые эфиры? А реально, что ты не выходишь? Потому что мне лень. Коле лень. Выходите с Катюхой, он народу, знаешь, сколько позадавать вам вопросы хочет. А, Даня, передай Должанскому привет, я за ним скоро приду. Коль, Колян, тут пишут. А, Даня, передай Должанскому привет, я за ним скоро приду. Вот. Собственной персоной. Тебе перед... Татаринова Ольга. Ништяк. Угу. Коль, за тобой приду, ты боишься? Нет. Правильно, что бояться. Это за Армавира. Армавиру привет. Тем сейчас Маша еще пишет. Я думаю, что тебе нужно скоро устроить прямой эфир и пообщаться с людьми, потому что ты реально потерялся и ушел куда-то в тень. Ништяк. Надо выйти из сумрака, Колян. Окей. Показаться людям. Говно вопрос. Все. Друзья, Колян скоро будет с вами на связи, выйдет в прямой эфир и ответит вам на все интересующие вас вопросы. Не игнори. Вы задавайте вопросы, конечно, буду отвечать. Кто-нибудь нравится из участников? В каком смысле нравится кто-то из участников? В Казахстане, в каких городах был? В Казахстане я был в Кокчетаве, в Астане, в Алмате, в Караганде. Где еще я был-то? И все, вроде нигде больше не был. Вообще, Женечка, кайф. А это моя селфи-палка, я называю свою руку селфи-палка. Хедлайнер пришел, привет, хедлайнер реально, но он уже отошел. Привет, Сукрина. А кто бы что ни говорил, Колян реально хедлайнер. Что нравится в сексе? Как минимум секс. Селена где? Не знаю. А вот где она, вот она она. Hi guys, у меня все nice. Ты что, хочешь титьки показать моим подписчикам? Вы знали, что Селена приходит ко мне по ночам в мужскую комнату и предлагает показать свою грудь? И лежу ему ухо. Это, конечно, неправда. Этому Винни-Пуху лежу я ухо. Селена. Даньки. Детка, привет. Тебе пишет привет с Астаны и Астане. Привет. Привет, Астана. Там привет, Тимбулак. Это в Алмате, только Селенка. А, в Алмате, ладно, окей. Сегодня у Селены будет сложное шоу, у нее будет баттл с Екатериной Богдановой. Оно будет очень легким, поэтому как бы недаром я себе проколол язык, чтобы он как бы не очень острым был. Затупило даже слегка. Пишет, уйди, Селена клевая, пишет. Селена очень клевая. Скажите, Даня говно. Что, кто, Даня говно? Так, Селеныч. Катюх, ты к батлу готова? Все, я пошел, ты сейчас весь прямой эфир будешь отвлекать мой. Своими... Ты пытаешься транслировать сиськи свои в моем прямом эфире, не получится. В смысле? Я пытаюсь транслировать сиськи, не транслируй их. Так, Селена, это мой прямой эфир, уйди отсюда. Я, впрочем, вас отвоевывать буду, ребята. Привет. Конечно. Она уже сюда пришла. Да, я в ней. Кеннигу, привет, передай ее. Привет, Салта. У тебя вывалилась, да. Вывалилась сиська у нее. Нет, я не увидел. Я думаю, она вывалилась опять у меня. И Селене, да, Селена, он тоже большой профиль. Моя сиська, моя гордость. Там просто, это специальное отделение для моих мозгов, запасные мозги просто. Я думаю, сиськами просто. VSKR, спасибо за уважение, это взаимно. Но с Татьяной я и не померюсь ничем, и не помирюсь.
Да вот достали, Даня уже приписывает строковый, сколько можно уже? Он сам по себе нормальная, четкая единица, все, было и прошло. Танюха своей дорогой пошла на нормальные чекули, Данька тоже нормальный чувак. Понимаешь, если бы Даня был днищем, то Татьяна Строкова бы с ним не встречалась. Значит, в Дане что-то есть, почему она с ним встречалась. Значит, целый год, значит, очень даже достойный мужчина. А то, что они расстались, ну, как будто так бывает, ничего страшного. Ну, правильно. Вот. Сука, Даня, подумай, как дальше. Нормально. Ответь, пожалуйста. Не шла ему Таня. Ну да, сколько у тебя зарплата? О, вам в долларах или в рублях сказать? Готовьте, сейчас озвучу. Озвучу эти цифры, которые я получаю. Почему она в очках? Это ее такое, не знаю, что это, что? Стиль твой, у тебя же глаз, да? Да, у меня глаз пацан. У нее глаз бобо, и поэтому она в очках сегодня. Как будто строкова перед богиня. Боже, встречала я с Даней, ничего себе богиня. Считайте, как хотите. Даня, все, жди, прилечу к тебе. Прилетай. Прилетаю, только Даня в рублях. Всем интересна моя заработная плата в рублях. А, теперь готовьтесь, пожалуйста. Он работает за еду. Примкните, подойдите ближе к своим экранам, откройте свои уши, и сейчас я буду говорить то, сколько мне здесь платят. Готовы? Мало мне здесь платят. Что в рублях, что в долларах, мало. Сколько бы мне ни платили, мне всегда будет мало. Копейки. Ты чеченец, чеченцы меня еще ни разу не называли и не считали. Так, друзья, я выхожу из прямого эфира, потому что я заторчал тут одному чуваку бабок, и мне нужно их срочно перевести. А перевести в прямом эфире я этого не могу, потому что он свернется. А то почки-то, блин, не железные. А то меня и забьют, и выбьют из меня все бабки. Я и так очень мало зарабатываю. Все,